тоже был замечен мною на трибуне. Ну и, кстати, предыдущей части. Сарсбург тоже пытается оказать идеальные вообще условия для того, чтобы не только играть в футбол, а просто наслаждаться, которое, собственно, и позволило Краснодару иметь положительный баланс в матчах с норвежскими командами. Вандерсон снова штрафной. Вандерсон передача. И здесь можно завершать ударку. Мартынович на Волкова. Менее в нужный момент начать набирать скорость. Мартынович. Встреча Черников. Прострел. Передача штрафную. Кривцов, Ильин, Ионов там же. Прострел забивать! Волков. Ильин. Волков. Вот с этим встречу работали. Ньюс? Да. Это фейк ньюс, правильно или нет? Я у тебя спрашиваю, ты же... Не ты распространил эту информацию, нет. Но ты... Каких? Это правый и левый защитник. Тем временем набирает скорость Волков и прострел. Стрел жизненным 0-3, и в итоге Краснодар сошел с дистанции. Но если так на следующий год прикидывать и участие в трех турнирах... Овек, дальше через Мартыновича, направо Волков. Осведомлена. Так, что значит Хекин. Тактическая подготовка? Какой-то понятной схемы у Краснодара, особенно в первом тайме. Там где кто располагается. Вот даже сейчас Реми остается. Я при обороне могу сказать, что делает Реми в первом тайме в 4-4. Так, пошутил над Черниковым. Ни Черникова, ни Кривцова. Но всем понравилось. В этой встрече. Может быть, чуть попозже, если Газинский готов. Если, например, или еще не успели поставить на этот матч свой фрибет. Сегодня, например, финал Кубка Африки. Да. Египет-Сенегал. Момент! Ну и на это Волков развернулся, сыграл назад. Через Перциана снова Волков. По штрафную. И пенальти. Здесь пенальти. Может быть, нет, арбитр не назначит 11-метровый удар. Хотя похоже. Было похоже на фол. Тебя, Георгия Черданцева. Не надо, пожалуйста, я тебя прошу, остановись. Ты в одно предложение сейчас. Надо сейчас, пока такое получилась ситуация, к сожалению, к большому сожалению, и то неподготовленный тренера, который отвечает за подготовку тренеров, много лет как бы готовил тренеров эксклюзивно. И такой пробел вот. Из Балкан была бы заруба. А почему это происходит? Именно... Ну, потому что они... Но у них появился сегодня один из лучших нападающих мира. Поэтому...